На базе КЧГУ имени Умара Алиева в будущем году начнет свою работу фотошкола. Данный проект будет реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участие в нем примут 60 человек. Для начинающих фотографов будут проводиться мастер-классы, после которых они будут выполнять задания. Тему продолжит Аслан Герюгов. В сентябре в Казани завершился Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов, где от нашей республики были одобрены сразу два проекта, одним из которых и стала фотошкола. Долгое время коллектив Карачаево-Черкесского госуниверситета продумывал данный проект. Он создан для того, чтобы обучить начинающих фотографов основным навыкам фотосъемки, чтобы в дальнейшем каждый из них смог воплотить свои творческие желания и участвовать в других всероссийских конкурсах. Как отметил руководитель проекта Наурус Капушев, обучение большого количества специалистов позволит рассказать о нашем прекрасном регионе на весь мир, а участникам раскрыть в себе талант фотографа. У нас в проекте заложено несколько выездных мероприятий, то есть они в студии будут учиться, как правильно фотографировать, а потом с фотографами и экскурсоводом мы будем совершать выездные мероприятия, где они будут фотографировать пейзажи. Это все, естественно, будет выкладываться в социальных сетях. Ребята будут фотографировать, это где-то около 600 фотографий будет, то есть каждая фотография будет выкладываться и интернета, и это будут видеть люди, а из них мы отберем 80 фотографий самых лучших вот фотографов, они будут жюри, они будут отбирать 80 лучших фотографий, где будет проводиться уже после этого выставка этих фотографий вот на базе Института культуры и искусств Карачаево-Черкесского государственного университета, а дальше мы планируем еще отправлять эти фотографии на разные конкурсы, где ребята могут выиграть в каких-то номинациях. Одним из организаторов данной школы будет известный многим жителям нашей республики фотограф Ренат Урусов. Он будет проводить мастер-классы, учить работать со светом и передаст основные навыки, необходимые для профессиональной работы. Помимо этого, участники узнают тонкости для создания красивого кадра. На мой взгляд, развитие фотографии у нас – это должна быть одна из основополагающих таких направлений, которые должны развиваться. И, конечно же, с удовольствием я какой-то, если свой вклад внесу в это направление, я буду очень рад. И основным критерием для себя я выбрал то, что нужно непосредственно основам фотографии. То есть я буду основу фотографии в основном продвигать как материал. И в дальнейшем, конечно, будем также привлекать каких-то сторонних, других представителей, других направлений фотографии, которые будут узко рассказывать в том или ином направлении, как развиваться и аспекты, нюансы тех или иных направлений. Создание фотошколы, несомненно, положительно отразится на развитии туризма. Ведь чем больше людей будут рассказывать о прекрасных местах, тем больше другие будут узнавать о них. Аслан Герюгов, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.